Отличный пул от соперниц. Завесной диск. Видимо, и ветерок там такой подхватил. Попланировал диск. И теперь девчонкам потяжелее будет. Молодец, Инесса сейчас сделала хладнокровно. Вот как раз примерно то, что от нее и требуется. А вот Лера, не очень понятно, что хотела. Это скорее ее ошибка. Жалко, а? Ну, начинаем все сначала. Счет, напомню, 2-2. Какой-то пыл МПГУ тоже немножко сбили, поэтому команды сейчас ровно играют. Ну вот. Ух. Вроде все правильно сделали нижегородки, но ножками чуть-чуть не добежали, или пас, наверное, чуть-чуть сильнее, чем нужен. Лера правильно делает, идет очень-очень медленно, потому что, конечно, девочкам нужен отдых. Не выглядят они физически сейчас сильнее соперниц. Отсутствие замены уже сказывается. Чего же они действительно не понимают, на каком расстоянии? Или это надежда на Леру? Вроде ничего, сейчас пас. Вот это очко очень нужно было Оле. Потому что в предыдущем матче она как раз в конце несколько сделала ошибок, и причем очень обидных, и расстроилась сильно-сильно. И надо уверенность приобрести. Я думаю, что, может быть, вот это как раз оно и есть. Нужное очко в нужное время. Итак, счет 3-2. Впереди снова команда МГУ. Ждем следующего розыгрыша.